Учеба Гагарину давалась легко. Его друзья вспоминают, что особенно Юра преуспевал в математике, физике и литературе. В школе рабочей молодежи Юра учился на отлично. О его успехах даже написали заметку в газете «Заводская правда» от 6 июня 1951 года. В 7 классе сдают экзамены 332 учащихся. Первыми до установленного срока сдали работы по алгебре Гагарин, Чугунов и другие. По этому предмету и по геометрии они получили пятерки. Уже 30 июня фамилия Гагарина вновь появляется в газете. В ремесленном училище дела Гагарина шли хорошо. С каждым годом литейное дело все больше приносило Юре удовольствие. По окончанию училища будущему космонавту выдали характеристику. Там написано, что Гагарин в течение 2 лет был отличником и дважды получил благодарности. Фотография Юры висела на доске почета училища. Сейчас в музее Люберецкого техникума стоит парта, за которой когда-то учился будущий космонавт.